Веста мира, так интернет-крестальник называется наш, пытается поважанные спадары. Это уже до нас, до всех, видать. Как вы лечите, че есть споборництво помеж поэтами, гумористами Беларуси за право называться лепшим? Нам довольно часто, потому что хочет споборництво да, это. Хочет, и довольно часто это конкурентов питание. Конкурентов нам, да. Значит, и вот споборництво. Ну, как вы лечите? Ну, я вам скажу, что я, как то это не отчув, что есть какое-то споборництво. Вот допомога есть. Потому что, например, мне вельми часто допомагает той же самый Микола Шабович, той же Василь Жукович. Ось, я лічу іх сталымі гумарыстамі і раўняючыя, кажуць, на гэтых наших беларускіх паэтаў. Ось, на выставе, 22-й міжнароднай выставе, я сустрэў чалавека, якога не бачыў больш 40 гадоў, гэта Мікола Чарняўскі, які вельмі адносіўся да майго гумара. І сам гумарыст не кепскі. Я ведаў Анатолія Астрэйку калісьці. Ось, со старых письменников, поэтов наших белорусских. Ось, ну, на конт споборництва, я лечу, что споборництва быть не может, потому что у гуморы спринтеров, как кажут, нема. И они все бегут с однольковой худкостью, потому что гумор, он есть гумор. Я, например, воспринимаю гумор завсёды только становча, який бы он ни был кепский, добрый, соленые, кислые, ось. Гумор есть гумор. Тут не может быть ни первых, ни опошних, я так думаю. И он как песня нам он, жить. Так само, так. Гумор, и он помогает соправды. И быть здоровому, и жить, например, самому хворому человеку расскажи что-нибудь смешное, ему станет лепше. Я ось только с этого боку гляжу на гумор.